хочешь, тебе надо оставить. Если я тут... Давай, Ольга, останови. Только не прыгай. А тут невозможно прыгать. Мама скажет, где была? Так. Ты сейчас куда ушел? Я? Мы едем в Новый Свет! Нам здесь нравится! Здесь класс! Мы потом стриптиз будем там снимать, это интереснее. Здесь ограничений нет, там она большая. Да, сделаем. Нет, она со звуком. Там, нет, я люблю. Да, да, вот в вот, кабаке. Да еще со всеми сейчас комментариями. Тебя, там, Коля, это, сейчас нам... тебя на отъезде. А он сделался, садись, Саша. Саша, сам порепетируй как-то. Да сейчас я, ребят, ну что вы, я соображу. Неужели, слушайте, вы меня явно недооцениваете, мне кажется, да, ну как же так? Ну слушайте, слушайте, ну, да нет, ну какая бы ни была камера. Сейчас, обожди, Колька, я только настроюсь. А больше не открывается? Это плохо. Саша, тебе... Может быть, ты сейчас впереди будешь снимать? Давай, Лен, садись назад. Подожди, я думаю, что все-таки вперед посадить. Нет, но мы через стекло. Все продумано, Лен. Но, нет, я хочу вот сюда, я же вот так буду снимать, обождите. Гамбус. Слушай, а, Коленька, обожди, а вот так можно ее поставить, вот так-то, да? Ну, как тебе удобно. Да, ну ясно, понятно. Как тебе удобно, ладно, сейчас. Так, сейчас, обожди. Ребят, обожди, я должен примериться сейчас еще. Так, обожди. Ты как видишь его сейчас? Вижу. А, ну вот, если видишь, а я ее не видел. А вон красная, это самое. Я ее не видел. Все в порядке. Ну, снимай тогда сама, давай. Красный, значит, пишется. Снимай. Тебе хорошо? Это море. Нам будет сейчас. Сейчас всю дорогу будет море. Пойдет. Это Саша наш. Саня, это я, да. Вот Саша. Чтобы Лена ближе была. Ну, давайте остановимся на секундочку. Звук пишет хорошо, я слышу. Саша, ты на обратном пути. Ну, ладно. Смотрите впереди, что... Мы потом на обратном пути остановимся и прямо поснимаем где-то с места. Ну, с какой-нибудь точки, да. Саша. Лена, вперед дорогу можете? Сейчас, секундочку. А посмотри, вот этот палец или не палец, что это такое? А, вот, да. Красиво. Ну, потом сделайте. Потрясающая дорога, да? Ой, дорога... Ты знай, поливай там с камбуза. Еще дорога просто сумасшедшая, действительно сумасшедшая. О, Лен, есть? О, посмотри, есть, Леночка, посмотри вот туда. Ой, мама, какая красота. А, Варша какая-то будет. Сейчас год Шаляпина еще увидите, вообще упадете. До года Шаляпина дойдем. А это, наверное, от этого, от водорослей, да, зеленая? Зеленая, она чистая вода, здесь вообще изумрудная вода, чистоты просто потрясающие. Волна сегодня, видите, сильная очень. А-а-а. Так штормит море немножко. Ну, штормит и у нас тоже там. Вчера, например, тоже штормило, страшно штормило. Значит, нам надо ехать в конец Нового Света и попытаться подъехать туда ближе. Мы здесь все облазили, абсолютно по всем горам здесь вот, ну, там-то вообще крутые они, здесь-то еще ничего более-менее. Привет, Новом Свете! Это Новый Свет. Это Новый Свет, да. 2001 год. Какой там? Более осторожно. Хорошего тихо. Уставшие путники. Ну, мы сильно, конечно, устали. Ну, мы...
Саш, возьми, просто пока снимай. Давай, давай, Коленька, давай, снимай. Ну и правда, у нас, чтобы он достался в кадре. Ну давай. Я хотел вас... В словах. Дело в том, что я боюсь, что они еще за камеру с нас свои деньги еще попросят. А что это значит? А ничего. Значит, они задумали. Наведено. Коля навел на этот камень. У него идея была. Идея. У него творческая идея. Вот так, видите, хочется. Не было, то вот по этим скалам туда, до конца. Если она не приходила, то ее не брали, да? Понятно. Ну, вот, а на самом деле, ребята, у меня есть местные, они просто по годам как козлы вообще. Ну, они с детства, по-видимому, уже много лет. Конечно. Ползают, ну, я удивился, женщины много лет их. На высоте метров 300, они так буквально запросто так ползают. Вот. Удивительно. Как горные козочки. Да, да. Называется тропой Галицина, потому что здесь у Галицина его был завод, императорский завод, который выпускал шампанское. Поэтому вы все знаете, вот новый свет шампанское, самый известный, сейчас выпускается на этом заводе. А вот эта тропа Галицина, она как раз и приводит в пещеру Шаляпина, называется. Глот, Глот Шаляпина. Так точнее, вот это говоря, Глот Шаляпина. Да. Это вот, вот все, все, вот это Глот Шаляпина. Все Глот Шаляпина называется. Ну, говорят, что Шаляпин здесь пел. Ты специально вот на этой сцене спел, да? Вроде, да, говорят. Акустики нет. Акустики нет. Сейчас, нет. Сейчас шум просто, шум. А вы знаете, может быть, не здесь, может быть, вот туда. Вот, ну, я хочу сказать, когда мы камеры снимали, к примеру, вот с Олегом, я пел, и было слышно, было слышно, да. Ну, наверное, было тихо. Ну,
так, ну... Нет, я имею в виду... Шум. А что это такое? Колодец. Yes. Колодец, да? Вот туда женщин непослушных сажали. Да, в такой колодец, да. И испытали ее, да. Потом если она... выживет, значит, да, нормально. Да, да, значит, да, да. Грехи все смыл. Да. Если нет, так же. А, ну да, ну что. Ну что, попробуйте теперь? А интересно было бы, вообще, честно говоря. Саша осталась такая. Так, а вы идите сюда вместе. Они очень темно снимают, как вы считаете? Коля, вы... Нет, хорошо, отлично. Девчонки, идите сюда тогда вместе. Выступать будете? Ну, конечно. Вы будете? Мы пропивать будем, наш учим. Ну, я буду, вы как? Да. Звук нас слышно или нет? Да. Так ты поближе подойди, Коля. А он наедет. Он наедет, да? Трансформатор может наехать, да? Или менять потом, ты можешь менять трансформатор, но чтобы не была стоящая картинка, ты меняй трансформатор, чтобы приехать. Скажешь, когда готов. Вот тогда, от начала до конца, Коля, надо действовать обязательно. Понятно, хорошо. Я потом... Так нет музыки! Я могу потом догадаться. Ну что, у меня готово, давайте. Готово. Давай. Готово. Поехали. Спасибо, очень шикарно на самом деле. Осторожно, ты смотри, осторожно, так ты забьешь камеру. Я даже чуть не упал. Было неподдельно, я тебя обещаю. Слушай, давай, на кадре хорошая здесь, Костя. Смотри, какая же репетиция такая. А потом можно совместить, как мы идем.
Да. А вода, посмотри, Коль. Смотри, какая красота. И Саша у нас выгулился. Сейчас лучше, хорошо это. Сейчас мы развернемся сейчас на нашего водилу. Наш водила. Так, он улыбается. Сейчас там все пассажиры. Но я единственное, что уже это не могу. Мне не развернуться. Не надо. Все, потихонечку разворачиваемся. Тяжело было, ребят. Ну ладно, это ладно. Теперь... Так будет легче. Три счастливых дня, та-дам, та-да-там, та-да-та-да-та-дам, та-да-там. Чисто не пойму, что это значит. Та-да-та-да-там, та-да-та-да-там, та-да-та-да-там. Там видел. Не знаю мелодию. Та-там, та-да-та-да-там. Ту-ру-ту-ру-тум. Ту-ру-ту-ру-тум. Саш, сними вот эту гостиницу, такая красивая. Да, где она? Я не вижу. Ага. Я же вдруг смотрю, а сюда не смотрю. Ага. Сейчас, она появится. Вот. Смотри, какая красивая. Да. Такое оригинальное. Да. Нормально. Сейчас на тебя залечу, а то что я не вижу. Вот оно море перед нами открылось. И весь буквально новый свет. Вот он. Сейчас я на него наеду. Вот он новый свет. До крепости, до Генуэзской. Она вообще Судакская сейчас называется. А раньше называлась Генуэзской, ее называли. Ты вот прямо справа снимай.
Я... Дело в том, что в эту я меньше вижу, чем я только вижу. Она потом-то хорошо получается, а там черно-белое, поэтому даже не вижу толком, море или не море это. Нет, я понял, нет, ну правильно, правильно, правильно подсказали. Правильно, что подсказали, верно. Саш, ты, главное, поливай, да? Направо, налево. А там что-то получится? То, что ей не очень удобно, понимаешь, в таком положении-то. Сидишь какой-то скрюченный. Ты куда? А вот так, ты да? Поздрава здесь? За счет чего вот эти сосны растут прям на скалах? Где, из чего они влагу, да? Слева. Да. Смотри, смотри, смотри. Ну, не снять надо. Вон, 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 вон. Вон, вон. Да. А вот теперь, ну, смотри сюда. Теперь вправо. Куда, направо? Слушайте, я только не могу это. Я туда-сюда. Как бы мне не задеть, не задеть чем-нибудь. Там вот. Там чем-то. Она не помещается. Генуэзская крепость. Ну, она мешает по ребрик, конечно. Ну ничего, ничего, по верху по ребрик идет. Вот здесь внизу должен быть для космонавтов где-то большой построили. Подальше, да? Представляет всех на этом сайте. А что болит? Вот и машинка хорошо красненькая смотрится на этом сером фоне, да? Да, можно. Он сканирует ее, сканирует. Вот сейчас будет этот вот космодром. Вот. Да. Что за космодром? А внизу построили для космонавтов. Сейчас они развернутся, да. Так не использовали его космонавт. Да, они не достроили. А что это достроено? Ну, это для центра подготовки космонавта, для отдыха там. Типа санаторий. Ну, типа санаторий, да. А, да, вот здесь вот. Да, да, да. Вот да, это вот, вот да, место. Да, он был построен для них, но они его так не достроили, да. Но, вот сейчас уже Генуэзская крепость появится, ребят. Вот сейчас скоро, буквально вот-вот должна впереди появиться. Вот мы уже от моря отъехали, вот. Видите, дорога очень коротенькая, но очень впечатлительная. Да. А нет, еще есть немножко. Есть немножко.
Не, ну я забываю, что... Ну да, вот, Геннадьевская 4 сейчас. Вот сейчас она и будет, сейчас будет видно она. Где-то скоро. А вон она уже, да? Да. Вот она, красавица. Плагиаты сложные.